Поющая телеведущая Ольга Бузова, в отличие от своего экс-супруга Дмитрия Тарасова, по-прежнему одинока. Артистка долго переживала развод с возлюбленным, и дабы не впасть в отчаяние и не уйти в затяжную депрессию, полностью погрузилась в работу, которая стала для нее главным смыслом жизни. А недавний вечер Бузова провела в компании своей подруги Марии Погребняк. Девушки организовали субботний ужин в одном из ресторанов столицы, где Ольга блеснула помолвочным кольцом. На одном из фото, сделанном во время встречи с подругой, на безымянном пальце левой руки можно увидеть роскошное кольцо, которое по форме очень напоминает помолвочное. Стоит отметить, что до этого драгоценного украшения на руке телеведущей не было. Обычно помолвочное кольцо носят на безымянном пальце правой руки, однако некоторые предпочитают его надевать на левую руку, как сделала Бузова. Возможно, певица решила не привлекать внимание публики к важному событию в своей жизни, поэтому украсила кольцом именно безымянный палец левой руки. Не исключено, что Ольга просто-напросто сама приобрела украшение, которое очень напоминает кольцо, подаренное молодым человеком в знак любви.